Мейн-эвент. Развязка конфликта между Маговеновым, Зайналовым и Захаром Едидом Амаи. Спокойно, спокойно работает Захар первым номером. Буквально заставил рефери дотронуться кулаками друг от друга. Прицеливает Захар. Аккуратно, аккуратно. Встречай, вот, вот так. Пошел вперед сейчас так опасно Веном. Стоп, стоп, стоп. Вот так! Вот это удар! Четыре! Пять! Вскакивает Веном! Захар, не спеши! Не спеши! Восемь! Готов? Нужно останавливать бой. Захар! Еще одно попадание от Захара. Второй нокдаун отсчитывает рефери, но Веном как будто только заводится от этого. Главное, Захар сейчас не спешить, спокойно доделать свою работу. Веном вроде восстановился. Да, сначала-то показалось, очень, что это очень, там просто насмерть был удар, но Веном всех кучу на раз обвел вокруг пальца. Очень крутой бой. Ребята заряжены. Вот. Проваливает Захар сейчас Венома и добавляет третий нокдаун. Третий, простите, как мы смотрим Веном. Вот. Должен быть непробиваемым. Поздравляю обоих бойцов.